Здравствуйте! Сегодня расскажу про уникальный эксперимент, который мы проводили в рамках подготовки погружения клуба Pro Diving Club, а именно подготовили им подводное оборудование для погружения в Дахаб. В прошлом году они погружались в Дахаб на 114 метров на дно блюхола. В этом году они хотят погрузиться за арку и уйти на 140 метров. Для этого мы подготовили им оборудование, проверили в барокамере подводный бокс на 180 метров. По времени примерно это 20-30 минут он побывал на такой глубине. Конечно, по времени столько они там не пробудут, пробудут гораздо меньше. Но посмотрите саму процедуру проверки подводного бокса на 180 метров. Тем более я обещал давным-давно показать, как подводные боксы компании ВОЗ проходит проверку на такие большие глубины. Подводный бокс погружается в барокамеру, закрывается крышка. Мы начинаем поднимать давление до 180 метров. На такой глубине оставляем бокс на 15-20 минут. После этого стравливаем давление до нуля. Вынимаем, смотрим. И как видим, подводный бокс совершенно сухой, прошедший погружение на 180 метров. Поэтому техническое погружение, которое будет проходить на 140 метров, оно, естественно, будет проходить по времени гораздо меньше. Поэтому смотрим и следим за нашими видео, именно видеоматериалы с этого погружения в скором времени. Итак, вы увидели всю техническую часть проверки подводного бокса. Внизу этого видео в комментариях я даю ссылку на видео, где в прошлом году данный бокс и руководитель клуба вместе со своими друзьями погружались на 114 метров на дно блюхола, исследуя дно. Нашли они там сняли видеоматериалы про погибшую дайвершу. Многие знают ее по имени Барбара. Смотрите это видео по ссылке ниже. Ну а следующие погружения, следите за видео, они непременно появятся. Спасибо вам большое, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите вопросы, пишите комментарии. До свидания.